Привет, с тобой снова я, Зазепа. Вот, продолжаем My Gaming Club. Делаем успешный бизнес. Вот. Опять раз скример в начале. Давай заспавнимся на прежнем месте, где мы были. Мы тут корзинку выкидывали в прошлый раз. Давай проверим, как там у нас бизнес идет. Кто-нибудь там что-нибудь принес? Никто ничего не принес. Компы выключены. Так, тебя включил. Тебя включил. Сейчас народ пойдет. Мы тут собираем новую сборочку. Так, наверное, скорее всего, эта штука просто декоративная. Никто сюда не будет вешать свою одежду. Да, мужик? Фигась, это Дерси ходит только как шкаф. Так, и надо что-то, блин, с вирусами сделать. Я посмотрел так. Магазин. Чу-чу-чу. Так, сюда тоже антивирус установить. Открыть его. Купить. 15. В принципе, давайте. 15 это небольшие деньги, которые можно потратить. Надо пополнить только карточку. У нас вот как раз 15 и есть. И, конечно, маловато. Ну ничего не поделаешь, надо антивирус ставить. Пускай там, да, самая минимальная лицензия, но... Это нужно, просто нужно. Давай, пятнашку. Подтвердить. Все, так, пятнашка есть, идем покупаем антивирус. Пускай народ наслаждается там чистыми компьютерами, скажем так. Тесно на каждый компьютер, или это можно одну лицензию использовать на множество компьютеров? Блин, ножик. Ну, тенюшка. Семерыч. Здесь ничего так и не купили. Ну, потому что ассортимент, наверное, надо расширить, да? Ладно, нам есть все равно чем заняться. Всегда можно, если нечего делать, берешь, то и грязь убираешь. И у нас снова становится чисто, красиво. И приятно. И люди опять, ну, с удовольствием к нам ходят. Я, конечно, может, зарано так убираюсь, типа еще вроде не настолько грязно, но. Ну, чё бы и нет. Так. Вот так вот. И надо будет еще потом черной плитки купить немного. О, что ты там смотришь? Это да там. Это что-то смотрит. Все на сайтах. Так, ну я вроде не слежу тут. Когда я по улице похожу. Не, наш персонаж там грязи, короче, не оставляет. Это, короче, только посетители оставляют. Вот так вот. Дай коробочку эту тоже выкину. Хотя... Не, давай коробки, короче, поскладирую, типа, может, я захочу продать там на каком eBay, ну, местном аналоге eBay. Старые запчасти, скажем так, от компьютера, и мне могут потребоваться, возможно, коробки. Так что с коробками я спешить пока не стану. Нам бы еще какой-нибудь диван для ожидания. 189 стоит. 60 баксов. Вот, наверное, такой попроще. 60. 720. Да, мужику хорошо, он на чиле. А это сколько стоит? 26. Одинаковые, в принципе, столы. Эх, 18. Мне даже не хватит на плитку гребаную. Повалили братья-близнецы. Что, кто-нибудь там оставил что-нибудь? Вот так вот. И вот так вот. 33 бакса есть. Замечательно. Блин, а я, кстати, антивирус так и это не установил. Ну что, два брата-акробата. На превью давайте. Да, давайте на превью.
Может даже серию до конца самого, не знаю, посмотрим. Ты, мужик, заходи, купи что-нибудь в автомате. Давай плиточку опять же. Вот там, ну, за 18. Давай сюда. Где она? Вот она. Ну и потащили его внутрь. Сейчас будет у нас красиво. Будет что-то, что-то. О, прям идеально. Ну, красиво, да? Согласитесь. Вот так вот. Но на ней же, опять же, в игре все это лучше видно. Прям хожу за людьми, прям убираю сразу же. Так. А что ты, простите, мне здесь делаешь? Ждешь меня, наверное. 25. Да, нам по-хорошему бы за продукцией смотаться. Так, антивирус. Так, это я... Использовать. Так. Антивирус. Пить. Безопасные платежи, система защиты Brand Malware. Ну, давай. Вот, самый минимальный. Проверка. Давай полная. Сейчас почистим, короче, этот компьютер. По возможности. Ну окей, обнаружено и устранено. Окей, все. Так. Все, вирусов нету на этом компьютере. Я извиняюсь, я не выключил ВКонтакте. А, сейчас тогда прервусь. Вот так вот браузер я выключу. Все. Мешать больше не будет. Ну чё, каково оно без вирусов? Нормально? Ему зашло прям. Давай. Вот экс, вот экс, вот экс, вот экс. Грязь отсюда убираем. Да, за хапчиком реально надо съездить уже. Давай, принеси мне что-нибудь. Четыре. Так, я для себя ничего интересного там не обнаружил. И то вот денежку мне оставил. Сорокет. В принципе, так по минималке можно закупиться. Я опять же, наверное, пешочком прогуляюсь до этого магазина. Идти тут, слава богу, недалеко. В больших объемах покупать не надо, поэтому машину топливо там жечь тоже от смысла, наверное, мало. Так что идем пока пешочком. Давай, давай. Так. Раз, два, раз, два, раз, два. Вот и дошли. Здорово, мужик. Так. Мне бы самый ходовой товар, вот. Что эти единичку стоит там. Сникерсы, вон, дождики народ любит всякие. Вот это, я смотрю, покупают тоже нормально. Парочку вот этих. Вот это они любят, очень сильно любят. Давай еще одну тебя возьму. Ну, конечно, недостаточно у меня денег. Давай... Давай поменьше вот этой штуки возьму. Поменьше дошиков возьму. Ну слушай, ну должно же хватать, блин. Я ж вроде не так уж много набрал. Вот. Нормально. Ты бы это, корзинку бы убрал. Лентяй. Бери ему там до мусорки донеси самостоятельно.
Ну, благо хотя бы мы там сейчас огроменные горы не будем складывать мусора. Это не может не радовать. Ой. Так, кошелек давай спрячем. И тут по ночам ходим. Мало ли. Так, сюдемс. Пополнить ассортимент. Не хочу с корзиной ставить, потому что... Потому что оно может, короче, нарушить... Как это сказать по-русски, блин? Короче, холодильник может забогаться, упасть, я не знаю, что-нибудь еще может с ним произойти. Мы никуда не спешим. Денежка фармится там понемногу, вот народ там оставляет тут. По чуть-чуть. Мы играем в удовольствие, да? Так, давай пока народа нету. Я, короче, антивирус еще на этом компьютере так купить. Ага, он на всех компьютерах идет, короче. Проверка. Давай полная. Вычищу, короче, на этом компьютере еще вирусняк. Нифига себе. Вернуться. Так, осталось, короче, лицензия покупается на 30 дней. Обновление. Понятно, отчеты. Все. Доносные программы мы убрали. Давай. Пополняем ассортиментик. Потихонечку, полигонечку, не спеша. У нас самих голод. Мы сейчас дошек возьмем, захаваем. Счастье давай себе поднимем. Вот эта штука дает много. Это 20 кош целую. Все, вот так вот. Сникерсы ваши любимые. Я их тут набрал достаточно. Нет, давай ты поставишь корзинку на место. Вот ваш любимый спам. Все, закрываю. И уношу. Давай. Размещу его в мусорке. Опять тут-то следили. Ну что ж вы за люди-то такие, а? Ну сколько вам говорить уже? Ну утирайте вы ноги, блин, на улице. Не несите вы мусор, блин, в помещение. Трясь этот мусор. Не же, все равно, блин. Типа нам что? За нами уберут, да? Как же вы понять не можете? Чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят. Понимаете, о чем я? Ну, тоже пришел с своими грязными лаптями, блин. Ну, пошел отсюда. Сейчас тебе швабры как по горбу тебе перееду. Будешь знать. Как ходить тут топтать просто так за бесплатно. Ну, 20-арик. 20-арик тоже неплохо. Так, автомат пополнен, еда есть. Вот только, я не знаю, но в этой серии мы навряд ли уже соберем новый компьютер. Хотя бы клаву дешевую сходить купить. Давай. Все же деньги, да, как говорится. Так, мужик, слушай, а диван сколько там говорил стоит? У тебя 60-ка, да? Дороговато немного. Ладно, давай за клавиатурой схожу, посмотрю, сколько стоит. У меня есть, в принципе, 20-ка, я не знаю. Ну, по идее, должно хватить. Сейчас посмотрим. Где там? 14, а вот это 36. Моники вон по 70. Ну, это эти элитные.
Давай, может, повышать как-то качество. Давай вот за 70 возьму. Уже в следующий раз монитор. Только чуть поднакопить надо. А ноутбук купить никак нельзя, да? Он просто тут стоит. И с ним никак не повзаимодействовать. Ладно, я понял. Слушай, давай-ка я положу эти деньги лучше на карту, эту двадцатку. И может быть какую-нибудь дополнительную игру там куплю себе на ком-нибудь из компьютеров. Поставлю, там установлю. Так, ты ему что-нибудь купил? Купили. А что на 23, ни хрена себе. Ну да, автомат хорошо приносит так. Так, давай. Steam. Профиль. Войти. Кудахтер1. Библиотека. Не, магазин. Ну, в принципе, давай. Вот там двадцатка игра есть. Типа Дума. Библиотека установить. Пускай будет. Может, больше народа привлекать будут. Все, давай, выходим отсюда. Вот, мужик, еще деньги оставил. Что-нибудь купил? Ничего не купил. Но я, слушай, так сбегал, нормально так подлутал денег с этого автомата. Следующей моей покупкой будет уже, я не знаю, полные запасы вот этого торгового автомата, потому что это очень достаточно прибыльное дело. Вот, вроде по ассортименту у нас там вроде всего хватает. Что, передумал, что ли? Кто-то натоптал мне тут, да? О, молодец, купил. Давай сюда. Что, может еще ценник поднять? Давай вот так. Все, больше я в ценник не лезу пока что. Не настолько у нас лепный круг, чтобы задирать ценник прям во много раз. Давайте, мужики, ну проходите, ну. Ну чё вы это? Так не родные. Мне вот второй кудахтик собирать, третий кудахтик, то есть собирать надо. Нифига себе, я умею проходить насквозь. Ну чё ж ничего не купил, что денег или дорого, может. Да. Ну, сел, денежка идет нам, значит. Так, а сколько там монитор стоил? 70, по-моему. Ну, нам сначала нужно, наверное, этим автоматом заняться. 53, нормально, хватит денег. Закупиться еще какую-нибудь корзину, вот так, это точно хватит. Вообще лучше так тут, наверное, на сотку закупаться. Там сразу пару корзин с собой берешь и все. Не тот поворот. Че, отбиваем денежки. Подожди, настройки. Бегать, поставить, вязку, управлять машиной, вращаться, взаимодействовать, вытянуть. Ну, типа, понятно, что навыки, да? Ой, я тут немножко обоссал магазин. Типа, я никак не могу взаимодействовать с навыками. То есть у меня вот есть сила параметр, да? Вот на одном определенном уровне. Что мне нужно делать, чтобы прокачать его? Опять же, стрессоустойчивость. Или типа пока игра в бетке, скорее всего она в бетке,
Я так думаю, мне кажется. Типа, может, пока эти параметры никак не растут. Давайте ваш спам любимый. Ну все, я думаю, хорош, да? Нифига себе, аж две корзины. Слушай, мужик, подожди. Мне с одной, мне тут с двумя неудобно будет ходить. Так. Взять, взять. Так, эту корзинку можешь себе оставить. Слушай, я не знаю, я... Получится ли так, не получится, не знаю. Все, взял. Надеюсь, там ничего не попадает. Продукция есть. Людей обслуживать тоже есть чем. Еще потом сюда донесу эти корзины две. Просто, чтобы глаз не мозолили, знаете. Так, а у нас тем временем уже светает. Так. Ну что, много там денег мне оставили? Двенашка. Неплохо тоже. У нас тут ассортимент... разнообразнее станет сейчас. Давай вот так. Туда. Сок давай наверх, наверное. Молочко. Свеженькое. Только что. С коровы. Вот так вот. Молоко много места занимает, слушай. Вот вам покушать будет, что? С голоду не помрете, я надеюсь. Давай туда на низ. Сюдемс. Ну и ваш спам. Любимый. Все, закрываем. Бизнес идет в гору. Царик. Давайте, я хочу, блин, себе монитор хотя бы там купить. Давай, сколько тут? 34, 48. Ты, мужик, только хорошо там закупи, слушай, в этом автомате. Мне деньги нужны. Я тут быстренько сделаю все в пристойном виде. Все, вот так вот идет. Ну, за то, что вот такие свинтусы, я вам сейчас подниму ценник. Так. Вот на эту фигню подниму. Сок персиковый, давай вот так вот. What? What? А what you? А, ah, you playing on Doom? Fine, fine, very nice. Так, ну, блин, монитор мне надо. Мне нужно собирать компьютер, мне нужно расширять свою империю компьютерную, скажем так. Слушай, а я ж могу, наверное, как-то, может, этот компьютер продать, ну, монитор хотя бы этот. Мне, конечно, с мышкой там не вышло в прошлой серии. eBay. Продажи, разместить, выберите фото.
Все равно товар не распознан. Это ты котия, а? Дай вирусы почищу пока. Давай быстрее. Все. 142 вируса нашло. Не знаю, где они там сидят. А, это бичмах тест можно делать, нифига себе. Типа 10 FPS компьютер типа вообще не тащит. Дота. Тоже такое себе. Но Doom получше как-то тянет. 20. Хотя. Capital Warzone. Вот эта игра типа для слабых компьютеров хорошо тянется, да? А-а-а. Или может мне внутрянку начать обновлять им? Нет, давай внутрянку уже, короче, на новом компьютере, такую средненькую что-нибудь поставим. Вот, у меня уже 81. Мне уже вроде хватает там на монитор получше. Чтоб он без дела еще не простаивал, я поставлю его за место какого-нибудь там. Вот, 70-ка, да? Давай, беру. Оплачиваю. Вот, уже получше, уже не этот там, не ламповый. Конечно, наверное, скорее всего, такой же монитор, типа. Не очень. Но посмотрим. Уже тебе тут хочу заапгрейдить немного. Давайте, я сейчас дождусь, пока кто-нибудь из них свалит, и на место уже поставлю уже монитор. Что-то GTA играет. Это Minecraft играет. Давай, давай, приятного аппетита. Ну, еще пятерочку подлутал. А тебе там хватает же, да? Ну хватает, еще заполнен. Давай, бери. Еще денежку подлутал. Чувствую, пока они там свалят, блин. Я уже на второй такой же монитор накоплю. Давайте, ребят, ну поактивнее как-то. Конечно, понимаешь, что вы тут хотите миллион оставить денег. Так, считай до 10. Раз. Два. Три. И потом ставлю сюда. Четыре. 5. Ребят, новый монитор. 6. 7. 8. 9. 9 на ниточке. 9 на сопельке. Все, короче, 10. Упустили вы свой шанс, ребята. Поиграть на нормальном мониторе. Хотя, как это назвать нормальным монитором? Хотя у меня, наверное, плюс-минус такой же был, когда я малой был. Хочусь, по-моему, поуже. У меня вот первый был ламповый такой, ну, не на этот похожий, короче. Вот, а следующий уже был такой, типа, квадратиком. По-моему, от брата мне достался. Сейчас шваброй вам. Ладно, сидите, отдыхайте. Деньги мне главное несите. О! А я сейчас такой. Хоба! Хоба!
И такой тебе хоба. И смотри, какой у тебя классный монитор теперь. А у тебя нету. Вот, твоего друга есть? Будущего, вот это. Ну, новый твой друг, знакомьтесь. Все, давай, ставлю вот сюда. Конечно, немного не сочетаются так. Слушай, а что там за сайт ты лазишь? Ладно, не будем его... ему мешать, скажем так. 73 бакса. Ну, короче, опять на новый моник накопили. Давай схожу в магазин, посмотрю, может, что-нибудь еще интересное могу прикупить. Из комплектующих. Так. Ну, клава он получше есть. Вот вообще максимальная самая, да? Типа самая игровая. Вот 30-ка, 40-кет, 80. Но это на базе DDR4 уже, да? Так, это у нас чё? Это какая? Это у нас какая? Какой сокет у тебя? Ну, как понять? VR-ready, блин. А как понять, где там под какой DDR идет? Ну, типа, понятное дело, что здесь вот есть третий, это вот старенький, и вот четвертый. И у них разная тактовая частота. Ну, типа, ты ж не вставишь там четвертый DDR, третью, или же наоборот, там, в третий DDR материнскую плату не вставишь четвертый он. Сокет, блять. Здесь не написано на них. Подожди, или я слепой, блин, не вижу. Короче, покупаю самую топовую потом. Не, ну 360 это за много, наверное. Вот харды, SSD-шники всякие. Что вот это вот? ТПУ архитектор 5 Edition. Что мне это даст? ТПУ архитектура. Я типа это учебники или что это? Давай куплю, посмотрю. Я не знаю, что оно мне даст. Физика, Second Edition. Майк Боджик, Хрис Хоффен, Мариэли. Инструкция технологии. Ну давай. Часть информации, но нужно. Ага. Типа ты изучаешь? Я понял. И тем самым, короче, качаешь свои навыки, да? Типа мы сегодня почитали, мы выучили там... Сколько там писалось? 8%, да? Что-то такое. Ну, мне тогда какой-нибудь шкаф. Давай, короче, вот эта фигня будет мне пока вместо шкафа. Так. Снизу я положу отвертку, вот так вот, аккуратненько. Чтоб по красоте было. Как-нибудь вот так вот. Я не знаю, что он не хочет ложить. Ну и фиг с тобой. Деньги мне оставили? Деньги мне оставили. Слушай, тут хорошо так оставили, даже я скажу тебе.
Ну что, растем постепенно. Что-то там купил что-нибудь. Купил на пятерочку. 103 аж. 103 бакса. Продукции хватает, сникерсов, я смотрю, уже мало, да? В принципе, можно сходить сейчас вот прям конкретно так затариться. Ну, потом, ладно, потом. 103 это еще не предел. Желание, возможности. Иначе делать? А нечего делать. Ладно, погнали затариваться тогда уже. Что уж тут сказать? Давай, машинку закрою. Эдочку нажму. Заведу. Бензин еще чуть меньше половины. Никогда так не выезжайте на перекресток. Всегда смотрите по сторонам. И уступайте справа. Если это перекресток равнозначных дорог. Вроде так называется, да? Так. Давай выходим. Я нажимаю. Так, слушай, мне бы тут сникерсов у тебя купить. Они уж очень хорошо идут. И вот дождиков, я вот сам их люблю покушать. Что там, пивка немного давай. Вот эту вот фигни, вот этой. Угу, сачку чуть-чуть. Ну, давай вот этих пополню. Ну, спрайтика немного. Все. Вот поэтому я на машине приехал, чтобы эти корзинки, короче, можно было удобно загрузить. ПРС. Я заодно старый, наверное, позабираю. Там возле себя мусор какой-то повыкидываю. Я смотрю, здесь никто не прибирается вообще. Вот так вот. Че, мы за чистоту и порядок. Ну давай ты возьми и схавай вот спам этот. Так, мужик, где там у тебя корзинку, я тебе оставлял? Ее я, наверное, уже кину в салон. Если так можно. Все. Не будем тут мусорить. Температура. Температуры большой нету. Ладно. Ну вот мы и доехали. Вот мы и на месте. Ладно, на этом... Так, вот мы, короче, и доехали. Так, открывайся, вылазь. Так, эти ненужные корзинки я повыкидываю, пожалуй. Все, вот так вот. И вот эту вот корзинку давай тоже сюда. У нас, короче, пивас переехал в нее. Ладно, давай уже закинут пиваса. У меня там будет что-то вроде камеры временного хранения. Мой автомобиль. Вот так вот. Раз, два. Три. Четыре. Все, продается, продается. Денежки лутаются. Так, денежки лутаются. У-у-у, там туалет охота. Ну что, надо сходить к соседу. Вроде денег пока не берет. Так. Ну, на этом моменте, я думаю, можно серию завершить, я думаю. Вот. С вами был Зазепа. Народ, лайк, подписка. Все. Всех люблю, целую. Всем пока.